сегодня еще одно занятие по жизни Якова. And we're going to spend a little bit more time in this class comparing Jacob to his brother Edom. И мы еще будем сравнивать его с братом его Эдомом еще, которого еще которого зовут Исав, но его еще и Эдом называют. You recall in our first couple of classes we took a look at the struggles that Jacob went through in the beginning of his life. В первых наших занятиях мы рассмотрели то, через что пришлось пройти Якову, какие у него были там борения, борьба какая присутствовала в его жизни. And it becomes obvious that Jacob isn't just struggling with people that are around him, such as Esau, he's also struggling with God. И мы пришли к выводу, что Яков боролся не только с людьми, которые его окружают, а также и с Богом. And God puts these struggles into his life to help him to see and to build a relationship with God. И вот эти все испытания, как бы эти борения выпали на долю из Якова не случайно, а Бог так захотел, это было в соответствии с планом Божьим, для того, чтобы он приблизился к нему и более уповал уже на самого Бога. And God puts similar struggles into our personal lives so that we become closer to God, so that we begin to rely more on God than ourselves. И Бог также дарует нам такие испытания и борения для того, чтобы мы приблизились к Богу, чтобы мы уповали больше на Бога, а не на свои собственные силы. And we can get very down on ourselves, we can beat ourselves up because we are so weak at times, but it's helpful to be encouraged to see that Jacob, one of the patriarchs, did the same thing. Иногда мы можем очень критически относиться к самим себе, потому что мы можем не справляться часто густо с какими-то испытаниями или какими-то неурядицами, которые выпадают в нашу долю, но мы всегда у нас перед глазами может быть пример патриарха Якова, и он через все это прошел в своей жизни. Это должно нас ободрять, его пример. At the end of our last class, we looked at some examples of how Jacob progressed, how he began to see God with Laban after Laban had deceived him. И мы закончили наше занятие на том случае, когда Лаван обманул его, и это еще больше его приблизило к Богу, обманул Якова, и Яков понял, что действительно он должен всегда уповать на Бога и препоручать вот разрешение таких сложных жизненных ситуаций в руки Божьи, а не стараться самому решить или как-то отреагировать на те или иные события в своей жизни. And in chapter 32 of Genesis we saw that he recognized God when he saw Esau the second time. Да, и в 32 главе мы также читали о том, как когда он встретил Исава, он опять уже Исаву как бы говорил и свидетельствовал о том, что он признает силу Божью, что он уповает на Бога прежде всего, а все остальное его мало беспокоит. It's important to ask the question, does Esau change in his life? Does he progress? Важно, наверное, задать такой вопрос, а что касается Исава, у него была какая-то прогрессия в жизни, он исправил свои, грубо говоря, пути, или ничего у него не в лучшую сторону, он не изменил свою жизнь? Нет. He didn't. That's right, yeah, and we find in Genesis that Esau is not like Jacob. Esau never sees God in his life the same way that Jacob did. И мы, читая Библию, мы понимаем, что Исав никогда не исправился в лучшую сторону, так как исправился Иаков, и его пути привели только, как мы знаем, к плачевной ситуации в конце его жизни. There may be a hint in Genesis 27 and verse 20 of what Esau thought about God. Давайте прочитаем Бытие 27 стих, 27 глава, 20 стих. Здесь, скорее всего, для нас как бы намек на то, что думал о Боге сам Исав, какое было отношение к Богу. Genesis 27 and verse 20, and here is Jacob imitating Esau and the words that Esau might speak in his everyday life.
Здесь мы читаем. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. Это как бы, как говорит брат Нейтан, что эти слова на самом деле должен был сказать Исав, если бы он действительно был верующим и уповал на Господа Бога. А за него эти слова сказал Яков. And so the words that Jacob is speaking are the words that he would have seen Esau speaking. И эти слова, которые сам говорил Яков, он ожидал, что его брат Исав скажет эти слова. And he says to Isaac, the Lord your God. И он говорит Исааку о том, что Господь твой Бог. He didn't see Esau associating God with himself. He wouldn't see Esau saying, the Lord my God and your God. Исаак сам, он понимал, что Исав никогда, может, не сказал бы о том, что Господь мой Бог, потому что он себя не ассоциировал с Богом вообще. And so it would seem that Esau would have felt that Isaac's God was not his God. He was distanced from Isaac's God. И Исав был уверен в том, что Бог, которому поклоняется Яков, он не его Бог. И он не может в той же доле, в той же мере поклоняться этому Богу, так как ему нужен какой-то другой Бог, а Бог Якова как бы ему не подходит. In verse 34, it would seem that Esau only cared about the material blessings. 34 стих, прочитайте, пожалуйста. Здесь мы читаем о том, что Исав, его беспокоили только материальные блага в этой жизни. Блага. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, отец мой, благослови меня. And so Esau cries bitter tears. He is bitter, and he wants a blessing. He wants a material blessing from his father. Исав горько здесь плакал, и он хотел материального благословения от получить от своего отца. And Esau is also deceitful. Also, he is a deceitful man. Исав тоже очень такой хитрый человек, как бы коварный. How is Esau deceitful? How is he deceitful? To his... Насколько он был коварным и хитрым? Вообще, кто помнит, может привести пример. How is Esau deceitful to his father, just like Jacob? Насколько он был также, насколько он обманывал своего отца, так как обманывал его Яков. Как Исав обманывал Исаака. Каким образом? Esau had sold his birthright to Jacob. And when Isaac goes to bless him, Esau never tells him that he sold that birthright, so he deceived his father also. Очень важный момент, как мы помним, что за миску того варева, супа, Исав продал свое право первородства своему брату Якову, а его отец Исаак не знал об этом. И когда он хотел его благословить, и Якова, то он-то думал, что он благословляет Исава, и у него все еще есть это право первородства. Сам Исав не уведомил своего отца о том, что он уже лишился этого права первородства. И таким образом он обманул своего отца. So Esau should have said, no, Isaac, I have given my birthright to Jacob, but he pretends that it's still his. И мы видим, что он, даже после того, как это все произошло, он не сказал отцу, что я вообще не могу от тебя получить это благословение, потому что я уже продал вот это вот право первородства своему брату, а он просит у него тогда и меня благослови, а отец-то не в курсе, что он отдал, продал как бы за миску супа. Да. Но да, уступил, окей. Okay. He let his brother to have that birthright, not he sold it. So there was a comment. Okay. Yeah, yeah, okay. He kind of sold it because yeah. For the ну, в какой-то мере можно сказать, он продал.
Продал. Продал, конечно. Да. Because of the stew, he got the stew. And, yeah. And bartered. Yeah, he gave up everything for nothing. Да, он этот за ничто продал всё. Ну, отдал всё, уступил всё. Take a look at Hebrews chapter 12, verse 17. We looked at this the other day, but we'll look at it again. Hebrews 12, verse 17. 17, yeah. Давайте откроем Евреям 12, verse 16 and 17. 16 и 17 стих. Евреям 12 глава, 16-17. Прочитайте, пожалуйста. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну с ней отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. And so we learn in these verses that Esau was very different than Jacob. He was sexually immoral, it says. He was a fornicator. Здесь говорится о том, что Исав очень отличался от Якова, и он, здесь, как говорится, он был блудником. And as brother David said in his last class, to be a fornicator doesn't mean just physically sexually, it can also mean spiritually. Как брат Дэвид сказал в последнем своем занятии, то, что быть блудником, это не значит совершать физически какой-то прелюбодеяние или другие вот физическом плане какое-то прегрешение, а даже в духовном плане мы можем все совершать подобные грехопадения. We are giving ourselves pleasure with the world around us, what the world has to offer: money, status, jobs, education. Часто нам нравится то, что нам может окружающий нас мир предложить, это деньги, какой-то социальный статус, другие блага материальные, которые дарует нам мир. And that's what Esau did. Esau filled himself with the world. It says he was profane. He was a godless person. Здесь говорится о том, что Исав, он просто погряз в мирских всех утехах и похотях. Он глубоко был мирским человеком. And God wasn't going to give this man the blessings, the inheritance of the firstborn, because he was a completely godless person. И Бог не мог ему даровать вот этого права первородства и благословения, которое потом последовало после этого, потому что он совершенно был безбожником. If you come back to Genesis chapter 25, давайте вернемся в 25 главу Бытия. We can also compare Jacob and Esau in this passage. Мы можем в этом отрывке из Библии сравнить Исава и Якова. Бытие 25. Genesis chapter 25 and verse 27 and 28. 27-28 стихи. Прочитайте для меня, пожалуйста. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероводстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исав любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревека любила Якова. And so, what is the difference between Esau and Jacob in verse 27? What's the difference? Какое различие основное между Исавом и Яковом, о котором мы читаем здесь в 27 стихе? Чем они сильно так отличались? Добычу носил, а этот не носил. So, Esau, he brought some prey that Jacob didn't. Right. He wasn't a hunter. Right, okay. Yeah, so they are very different men, right? Yeah. Esau was all about going out and hunting animals and Исав охотился на различных животных, там постоянно где-то блуждал в поисках добычи. He was outside. He loved to be outside and he loved hunting animals. Он любил вообще природу, любил находиться где-то, охотясь на животных, постоянно где-то пределе. Да, пределе. And Jacob was a man who would stay home. He wasn't outside like Esau was. А Яков был домашним мальчиком, он любил дома находиться, в шатрах. It says that he dwelt in tents, so he preferred to be at home with his mother and his father. Да, он был, если так утрированно, маленьким папеньким, но больше маленьким сыночком. Да, он лучше ему было находиться с мамой. Вместе там с папой. And it says that he was a mild man. What does it say in your Bible?
So it's кротким он был человеком. Yeah. We meek. 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 Okay. Mm-hmm. And in the Hebrew, it's the word complete. He was a complete man. Mm-hmm. And so he was. And what it's getting at is he was an upright man. He was a moral person. He was spiritually complete or spiritually mm-hmm. upright. И вот этот кроткий, это в переводе с иврита означает, что он очень духовно был, высокой морали человек, духовно, мораль его очень высока была. He wasn't a man who indulged himself in the world like his brother did. И он был человеком, который полностью, он хоть и жил в миру, но он абстрагировался, он отвратился от всего мирского. And we have to ask ourselves, which person are we? Are we like Esau or are we like Jacob? И мы должны себе задать вопрос, на кого мы больше похожи, на Исава или Иакова? На Исава. На кого look like Esau and Jacob. Yeah. All the time. At the same time. Yeah, that is right. And we have to evaluate ourselves constantly, don't we? We have to look at ourselves and say, we want to be more like Jacob. Да, ну, оценивая себя, мы можем сказать, что у нас и того хватает, но для нас примером должен быть Яков именно в духовном плане, да. That little phrase there, that Jacob dwelt in tents, can you think of another place in the Bible that uses that phrase? Помните вот это, ну, обратите внимание, конец 27 стиха, живущим в шатрах. Вы помните еще, где в Библии говорится о том, кто-то жил в шатрах? I think there's a Bible echo there. Do you use that expression? Ну да, это перекликается вот этот отрывок это с другим отрывком из Библии. Есть связь прямая. I heard it. Somebody said it. Abraham. Abraham? Yes. There was a common also that all Jews lived in tents. Who? All Jews. Intense during those times. Okay, yeah. Intense. Yeah, many of them would have lived intense. Yeah. Now, what? When you think about Abraham, what passage do you think of? Если думать об Аврааме, то откуда, где мы возьмем какой отрывок из Библии, где конкретно говорится о том, что он жил в шатрах? When the angels came to him. Okay, yeah, yeah, that's good. Yeah, how about in the New Testament? Can you think of a verse in the New Testament? В Новом Завете, помните стих какой-то там, где тоже об этом говорится? Hebrews chapter 11. 11 глава к евреям. Hebrews chapter 11. Давайте откроем, наверное, к евреям 11. Verses 9 and 10. 9-10 стихи, прочитайте кем-нибудь. Евреям 11:9-10. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. When we see that phrase that they lived in tents, it's a bit of a message that this is somebody who is living in a godly way. Mm-hmm. И когда мы читаем об этом выражении, жившие в шатрах или живший в шатрах, это означает то, что эти люди, они жили в соответствии с Божьими заповедями, наставлениями, то есть они ходили путями Божьими. And Hebrews 11 mentions that Isaac lived in tents, Jacob lived in tents, and Abraham lived in tents by faith. И здесь говорится о том, что Иаков, Исаак, и Авраам, они все жили в шатрах, значит, они жили по вере. And they lived by faith that way because they were living, they were thinking about the future. Они жили по вере, потому что они думали о будущем. Hebrew says that they were looking forward, they were looking into the future for a city that was going to be built by God. И в Библии говорится о том, что они думали о том будущем городе, который будет воздвигнут Богом. And so they saw no sense in making their present life permanent by building a permanent dwelling. They lived in tents instead, which they could pick up and pack up and move on a moment's notice. Поэтому они не считали за должное строить эти дома из камня.
или из другого материала, прочные дома, для того, чтобы можно было в любой момент куда-то переехать или перебраться, потому что они знали, что им уже уготована участь пребывания в Царстве Божьем, и там у них все будет в достатке. The way that they lived indicated what they were thinking inside, and they were thinking about the future, not right now. И то, как они жили, еще раз символизирует нам о том, что они постоянно думали о том, что будет в будущем. Их не очень заботило то, что происходило с ними или в каких условиях они жили в настоящий момент. And Jacob is an example for us in how we should live. We need to be thinking in the way that we live about the future. We need to think about the future, not now. И Яков это как бы пример для нас того, что мы должны всегда думать о том, что будет с нами в будущем, и, конечно, наш образ жизни повлияет на то, что с нами будет в будущем и вообще куда мы попадем и как мы будем жить потом. This life is temporary, like living in a tent. We're looking forward to something that is permanent, like this foundation, this city that God will build, the kingdom. Это наша жизнь, она временная. А мы должны с нетерпением ожидать того Царствия Божьего, которое грядет, и ту жизнь вечную, которая тоже у нас будет. И все те события, все то, что произойдет в будущем, мы должны это с нетерпением ожидать. That's encouraging, isn't it? To think about the future, to think about this new city that God is going to build. И это, конечно, очень ободряет, не так ли? Думать о вот этом новом граде, об этом городе великолепном, который будет воздвигнут, и вообще о Царстве Божьем, которое грядет. So we need to ask ourselves, how much do we value what we have today versus the future? И мы должны себе задать такой вопрос. Как нам дорого все то, чем мы обладаем в настоящий момент, если сравнить с тем, чем мы будем обладать в будущем? То есть, что на чаше весов перевешивает? Или на то, что мы будем в будущем иметь, или то, что мы сейчас имеем в этой жизни? Are our treasures in heaven, or are our treasures in our earth, in our homes today? Сокровища ли наши находятся на небесах в будущем, или они сегодня в наших домах? В наши дни находятся. Где для нас сокрыты самые сокровища? Царствие Божие внутри нас есть. She says that she quotes that we've got the treasures of heaven inside of us. Yeah, that is right. Yeah, 1 Corinthians 4, right? 1 Corinthians 4 глава. We have this treasure in earthen vessels. Да. И вот эти у нас есть. Это сокровища, эти сосуды драгоценные, да? Okay, so there is a lesson from the life of Esau. Now, does anybody know what happens to Esau? И это был пример из жизни Исава. Кто-то помнит, что дальше с Исавом произошло? Вообще, дальше в жизни. Женился он, по-моему, женился на дочери Измаила. Ага, he married the daughter of Ishmael. Good. Okay. So, if you take a look at Genesis chapter 27 and verse 46. 27 глава, 46 стих. This is what you're talking about, I believe. И там именно об этом и говорится. Сказал Ревека Исааку: Я жизни не рада от дочерей хиттейских, если Яаков возьмет жену из дочерей хиттейских. Каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить? Right, and so Esau, because he loved the present world, he marries somebody who loved the present world as well. Из-за того, что Исау очень нравился тот мир, в котором он жил, он себе также взял в жены женщину, которая очень нравился тот мир, в котором она жила. He marries the daughters of Heth. И он, как было сказано, хитейских женится на хитейских дочерях. And what were those daughters like? What do we know about those daughters? Что мы знаем о тех дочерях? What does Rebecca say about them? И что Ревека о них говорит? Ну, только что we just read about it. Yeah. They made their life weary, right? Mm-hmm. It
made it a struggle for Rebecca and Isaac because of the type of women that he married. І, звісно, із-за того, що він взявся в жони от таких женщин, жизнь Ревекки не улучшилась, то есть он усложнил жизнь Ревекки, выйдя, женившись на вот этих вот хитиянках. If you read Genesis chapter 26, verse 33 and 34 through 35, it gives us more details. Давайте 26 глава, 34. Verse chapter 26, verse 34 and 35. Последние два стиха в 26 главе, давайте прочитаем еще. Здесь Бытие, 26, 34, 35 стихи. И был Исав 40 лет, и взял себе в жену и эту Иегудифу, дочь Беера Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исаку и Ревекке. And so we learned that they were, that word grief means bitterness. These women caused great bitterness in the house of Isaac and Rebecca. We got here what a burden. They were a burden for Isaac and Rebecca. Burden, okay. Burden. Right. Yeah, ну, тут у нас написано в тягость были, а вот если в переводе с иврита, то там это было горечь для... То есть они принесли горечь для Исаака и Ревекки, вот эти вот, эти дочери хитиянские. If you did some research, you'd find that the people from Heth, they were idolaters, they were pagan worshippers. Мы знаем, что хитияне, они вообще были идолопоклонниками, они поклонялись языческим богам. They worshipped a god that was totally different than the god of Abraham and Isaac and Jacob. И поклонялись они прежде всего Богу, который совершенно не был похож на Бога, которому поклонялся Исаак, Яков. And it helped to take Esau away from the God of Jacob. И, конечно, это действие, вот этот брак, он отвратил Исау еще больше от истинного Бога, от Бога Якова и Исаака. And so many people today will even say, it doesn't matter who you marry. Even if you're a Christadelphian, you can marry whoever you want. Иногда даже в наши дни люди говорят, что не важно, на ком ты женишься, или если это женщина, за кого ты выпадешь замуж, даже если он не является Христадельфианином, или она не является Христадельфианкой. But that's not true. The Bible is showing us through this example that these women that were godless caused all kinds of problems in Jacob's family. Но это неправда. Мы видим на примере вот этих двух женщин, что они, после того, как они стали членами вот этой семьи, они из-за них было очень проблем и различных горестей именно для семьи Исаака и Ревекки. Their lifestyle was very different than what Rebecca and Jacob wanted as they worshiped God, the true God. И вообще их образ жизни очень отличался, кардинально отличался от того, который был у Ревекки, Исаака, Иакова, и который был заповедан Богом. Their values were very different than И ценности их тоже очень отличались. They would have, you know, they would have had a very different lifestyle than what God wanted. Да, и их, конечно, образ жизни очень отличался от того, который был приемлем для Бога. And so it's important when we are looking for a partner or when we are helping our children to find partners. И очень важно, когда, например, мы сами ищем себе супруга или супругу, или помогаем своим детям в поисках супруги или супруга. That we find or we help our children to find people who love the same God as us. И мы должны, конечно, находить сами, если мы ищем супруга или супругу, или помогать своим детям находить таких людей, которые любят того же Бога, который любит и нас. That they are willing to change their lifestyle and their values to match that of God. И что они также могут изменить свой образ жизни для того, чтобы он был соответствующим с тем образом жизни, который приемлем Богу. And it's very tempting, it's very easy when we, it's very hard to find those people, whether it's a man or it's a woman, it's very hard to do that. И, конечно, всегда очень нелегко найти вот такую подходящую
женщину или мужчину, если это женщина ищет. It's easy to give up everything like Esau for something that we can get right now, right here. И, конечно, всегда тяжелее искать, тратить на это много времени, может, годами искать, чем, например, как поступить, лучше поступить как Исав, сразу здесь, прямо сейчас, он ему там кто-то подвернулся, он сразу взял их в жены. I've seen many young men and young women back home in Canada who have married women outside of the truth. И вот брат Нафан, он знает многих братьев и сестер, которые вступили в брак с нехристофианами. And they leave God behind eventually, and you never see them again. И в конце концов они тоже перестали быть христианами, отошли от Бога, и больше уже их не видно нигде на собраниях, ни на библейских школах. There is another verse that talks about the same thing in Nehemiah 13. В Неемии 13 глава о том же говорится. Неемия 13. And sometimes we think that this principle is not very important, but it is very, very important in how we build our families. Иногда мы можем думать, что это не важные принципы для того, чтобы построить крепкую семью, но на самом-то деле это очень важно. Nehemiah chapter 13 and verse Неемия 23 through 26. С 23 по 26 прочитайте, пожалуйста. Давай. What chapter once again? Nehemiah 13. 13 глава. Verse 23 through 26. С 23 по 26 стихи. Еще все дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азутянок, аммонитянок и моавитянок. И от того сыновей их половину говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-евдейски. Я сделал за это выговор и проклинал их. И некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и закликал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Спасибо. And so we see in these verses that even very wise men like Solomon, they married women that took them away from God. А еще мы 26 надо прочитать. 26 еще. Вместо 26. У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако чужеземные жены вели грех его. Right, so Solomon, he was a very wise man, but even though he had lots of wisdom, he was still distracted by women that took him away from God. Мы знаем, что Соломон был очень мудрым человеком, но даже несмотря на всю свою мудрость, вот эти вот чужестранные, чужеземные жены, они его свели с пути истинного. And so you and I can think that we are very wise also, but we're no wiser than Solomon. Мы тоже можем себя считать очень мудрыми, но мы, конечно, не мудрее Соломона. Go ahead. Sorry. Yeah, we're interested. Okay. We can fool ourselves into thinking that we can marry somebody who does not love God and everything will work out just fine. И мы можем себя тоже дурачить и думать о том, что да ничего, я там возьму в жены девушку, женщину, там, которая вообще не верует в Бога, и все само собой как-то утрясется, потом она уверует и так далее, и тому подобное. But God's principles, God's eyes deals to make a very healthy and happy family are to marry somebody who believes the same thing as us. Но Бог нам проповедует о том и наставляет нас к тому, чтобы мы, конечно, вступали в брак с теми, кто действительно придерживается с нами единой веры, которые верят в то, что мы веруем, и тогда, если мы будем поступать таким образом, это будет залогом нашей крепкой и процветающей семьи. That does not mean that we cannot find somebody that we can teach the truth to, and that may become baptized and may believe in the same God as us. That takes time. And then be married, yeah, after being baptized. And then be married afterwards, yes. Yeah. И, конечно, это не значит, что мы можем, например, найти девушку или женщину, или
если это женщина, то найдет мужчину или парня, и мы можем повлиять, проповедуя им Евангелие и Слово Божье, и потом они крестятся, и потом уже вступить в семейный брак, конечно, будет очень хорошо в соответствии со всеми Божьими заповедями и канонами. And that's an important point that you are making. It has to be first before we are married. It is important that they love the same God as we do first before we become married to them. И очень важно, чтобы они возлюбили Бога, как мы любим Его и веровали в то, что мы веруем именно до того, как мы вступим с ними в брак. Now some of us may have made mistakes with that, and thankfully God can also work with those mistakes that we may have made. Конечно, некоторые из нас могут совершить ошибки в поиске супруга или супруги, но эти ошибки Бог может нам помочь исправить потом. Come out to take a look at 1 Kings chapter 11, verses 1 through 3. Третье царство, 11 глава, первые три стиха. 1 Kings chapter 11, verse 1 through 3. Третье царство, 11, первые три стиха. Первое царство, 11, первые три. И пришел Наат аммонитянин, и победил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, аммонитянина. Третье царство. Третье царство, 11 глава, 1, я прочитала, читаю 2. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. And so these verses describe the problem that Solomon had in his life. В этих стихах описывается та проблема, которая была у Соломона, самая основная. Says that he had 700 women that he had to kiss goodnight every night. Представьте себе 700 женщин, которых он должен был перед сном поцеловать. Целый стадо. Не могу. Стадо. It's like a bird. Yes, big problem. 700 women. Да, говорит, большая проблема у него была, 700 женщин, девушек. It says that Solomon clung to these in love. It was a huge distraction problem for him. Да, и конечно, это была огромная проблема для него и большая проблема, которая его он отвлекался таким образом от дел, да, и Божьих тоже дел, они его отвлекали очень сильно. Ну, перед сном отвлекали. Стимулировать. He wasn't distracted, but he was distracted before going to bed. That's right, yeah. Okay, now. In verse 1, there is a list of the nations that Solomon married wives from. Right? И здесь мы в первом стихе читаем о том, из каких племен, народов происходили вот эти вот его жены. And there's the name of one nation that is very interesting in our study this afternoon. И обратите внимание, что одна из народностей, и мы сегодня о ней уже упомянули в нашем занятии, да? Can you find that name? What's one of the names of the nations that is interesting? И какое это название? Yeah. Hittite. Hittite. Yes, okay. There's another one that is a bit more interesting, that is related to our studies. We get Edomites or something like that, yeah? Edomites, yeah. Who were the Edomites? Да, Эдомиянки, конечно. Кем они были? Ну, от кого они происходили? От Исава? Нет, Эдомиянки. Эдомия. От Ефрема, по-моему. Where they came from Ephraim, she said. Don't think, no. From Esau. Esau, yeah. Edomites. So Solomon
married the descendants of Esau. Идумеянки – это потомки Исава. And the Bible says that those were pagan because Esau had married the daughters of Heth. And he had married pagan women, and so many years later, Solomon marries them. Вы видите, что именно из-за того, что Яков, Исав женился на этих хитиянках, потом произошел вот этот народ идумеянки, которые погрязли в идолопоклонстве, и к этому руку приложил непосредственно сам Исав. И потом они уже и разлагали морально и вот духовно Соломона. So in a certain way, Esau's poor decision becomes a problem for Solomon many years later. Мы видим, что неправильное решение, это ошибочное решение Исаава еще давным-давно повлияло потом на тех ошибках и тех недочетов, которые греха, которые совершал Соломон впоследствии. Okay, so come back to Genesis chapter 36. 36-ю Бытие. Такое Бытие 36. We learn a little bit more about Esau. Мы еще о Исаве тут черпнем информации. Бытие 36. Genesis chapter 36, and let's read verse 1 and 2. Первые два стиха давайте прочитаем здесь. Кто-нибудь? Вот благословие Исава. Да. Вот благословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Елона, хатиянина, и Алвему, дочь Анны, сына Цинеона, Евиянина. This whole chapter is about Esau and his descendants and his nation, this big nation that he created. Здесь вся эта глава посвящена Исаву и большому народу, который произошел от него. Очень огромный народ появился. And I think that this chapter is important because God is showing us how material, how great this man had become. Эта глава очень важна, потому что мы видим, насколько материально великим, в материальном плане стал этот человек. It talks about all the chiefs that arose in the nation that Esau created, the Edomites. И также здесь описано то, сколько начальников различного рода появилось в этом народе Идумеян. It talks about all the kings that came from this nation. Здесь говорится о всех царях, которые произошли из этого народа. It is showing us how material, how wealthy this man became. Not because he followed God, but because he involved himself completely in the world, in pursuits of the world. И мы видим, насколько он богатым стал не из-за того, что он следовал Божьими путями, Божьими заповедями, а из-за того, что он всецело погряз во всем мирском и им как бы двигало желание наживы прежде всего. And over time, there is a constant struggle that goes on between the nation of Edom and the nation of Israel. They're always at each other's throats. И потом приходит время, когда они постоянно, вот потомки Исава и потомки Иака между собой постоянно борются и бьются, сражаются. Jacob and Esau get along eventually, but the nations that come from them hate each other for many, many years. Мы знаем, что Иаков и Исав, они разошлись с миром, в конце концов, но и те народы, которые произошли от них, в течение многих-многих лет между собой воевали. We can see this if we come over to the book of Obadiah, the prophet Obadiah. Вы увидите это, если Авиуда откроете, книгу Авиуда. So the entire book... The entire book of the prophet Obadiah, it talks about Авдия. Не часто мы заглядываем. Very small book. Yeah, we see it's not an often visited book. It's hard to find. You're right. Авдия. So Amos, Obadiah, Jonah. Нет, Амос, Авдий и Иона, да, нет, Авдий.
What chapter? Well, there was only one chapter. Maybe there should be some more. Anyway. I'll make it a bit longer. Easier to find it. Ну да. И потеряемся. 896. Сейчас мы. Вот. So let's read Obadiah and verse 1 and 2. There's only one chapter, but it's all about Esau. The chapter is about Esau. Здесь всего лишь одна глава в этой книге Пророка Авдия, но она вся посвящена Исау. Давайте прочитаем первые два стиха. And about the nation of Edom that came from Esau. И здесь, конечно, говорится о том народе эдомском, который произошел от Исау, эдомиане. Первые два стиха прочитайте. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народа: вставайте и выступим против него войною. Вот, я сделал тебя малым между народами, и ты в большом преплении. Okay, and so we learn in this through Obadiah that later on in the Old Testament, God decides that he's going to destroy the nation of Edom, the descendants of Esau. Mm-hmm. И здесь мы читаем о том, что Бог потом дальше решил уничтожить потомков, вообще всех представителей этого народа, который произошел от Исава. Because they were a godless people. Потому что они были безбожным народом. And also because of verse 3. What's another reason God wants to destroy them? И давайте прочитаем же третий стих, в нем говорится о причине, по которой он хотел их уничтожить. Боже, сердце твое обольстило тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто низвинет меня на землю? So what's another reason? What's the main reason that God wants to destroy the Edomites? Какая же основная причина, по которой Бог хотел уничтожить Идумиан? Гордость сердца. The pride of their hearts. The pride of their heart, right? They were a people that became very proud. They lifted themselves up. Они очень бахвалистые были люди, очень горделивые. They didn't recognize God. They thought they were in control of their life. Они не признавали Бога, они думали, что они контролируют полностью свою жизнь. They built a very wealthy and successful nation, as we saw in Genesis chapter 36. И как мы знаем из 36 главы Бытия, они очень построили, как бы создали такой процветающий народ, очень богатый, они были очень богатыми. They never learned to look to God like Jacob, his brother, did. Но они никогда не обращались к Богу, как это делал Яков, брат Исау. Они всегда игнорировали Бога. They were focused on themselves and building up wealth. They were focused on today. И они полностью игнорировали Бога и фокусировали все свое внимание на том, как разбогатеть, и на настоящем дне. And God says, because you were like that, I'm going to destroy you. И Бог сказал: из-за того, что вы вот поступаете таким образом, я уничтожу вас. And notice in verse 3, there's that word deceived again. И посмотрите, в третьем стихе опять есть то же самое слово, которое... The pride of their heart had deceived them. Здесь гордость сердца обольстила тебя. We got seduced. Seduced, yeah, seduced. It had tripped them up, it had seduced them, it had deceived them. Обольстила, это значит, как вот, обманула в других вариациях там. So earlier they were... Вела в этот, в оману, да, в обману, в общем. Заблуждение. Earlier in their life, Jacob had deceived Esau, and now they had deceived themselves. Мы знаем, что раньше, мы уже этого коснулись, Иаков обманул Исава, а теперь уже они были сами обмануты, вот представители этого народа. And let's read verse 10 as well. This is another reason that God was going to destroy Edom forever. Давайте 10 стих прочитаем. Еще одна причина, почему Бог решил уничтожить, стереть с лица земли уже этот народ.
Когда на сей день отбратом за имя Якова, ты будешь покрыть позор, будешь истребленным. And so they had mistreated their brother Jacob. The Edomites mistreated Israel for many years. And so God says, I'm going to cut you off because you did that. Вот представители этого народа домского, они притесняли своего брата, значит, израильтян, представителей народа, который произошел от Иакова, и поэтому за это Бог тут истребит их навсегда. And there's a lesson in this for ourselves. We can be like Jacob, and we can trust in God. И это здесь для нас есть уроки. Мы можем быть как Иаков и всегда уповать на Бога. Or we can be like Esau and his descendants, and we can please ourselves, and we can allow our pride to lift us up. И мы можем также быть похожи на Исава и быть очень гордыми и только желать, как только думать о том, как можно разбогатеть и вообще игнорировать Бога. And if we do that, God is going to cut off us as well. Если мы будем поступать таким образом, то Бог разберется с нами так же, как Он разобрался с этим народом. God cannot work with people who are so proud that they cannot see Him. И Бог всегда отплатит старицей тем людям, которые достаточно горделивы, чтобы не уповать на Него и не вспоминать о Нем и не отдавать Ему должное. So let's close with one last verse in Hebrews chapter 11. Давайте еще закончим последним стихом. К Евреям 11 глава находится этот стих. These are the kind of people that we want to be like, and it's talking about Isaac, Jacob, Abraham. Здесь говорится об Исааке, Якове и Аврааме, и мы должны быть похожими на этих людей. What verse? Well, let's read the verse 13 through 16. Давайте с 13 по 16 включительно прочитаем. Все сии умерли звери, но не получившие обетования, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. And so let's be like Jacob, let's be like the patriarchs, let's look at the future, not today. Давайте же уподобимся Иакову и патриархам, давайте с нетерпением ожидать будущего, а не погрязать в проблемах и заботах сегодняшнего дня. Not like Esau, not like the Edomites. И давайте не будем быть похожими на Исава и Адамян, Иудамян. Let's embrace the promises that God has offered us. И давайте дорожить также вот этими обетованиями, которые Бог разделил вместе с нами. Let's desire a heavenly country. Давайте с нетерпением ожидать и желать этого небесного государства, которое будет образовано.